Просто посмотрите на агрессию этого качка, а теперь на лицо вот этого парня, еще час назад. Александр лежал и думал о Балтике девятке. Но тут пришли спортсмены и тащат его на какие-то соревнования. Александр, не понимая, что происходит, согласился идти, куда скажут. Ему втирали дичь о монстре, который всех вырубает с одного удара. Саня послушал, послушал. «Пиво будет?» «Сань, все, что попросишь». И начались тренировки в горах, как подобает героям из 90-х. Поднялся на высоту 3200 метров, чтобы раскидаться. Ручки уже летят хорошо. Анабола-монстр, не понимая серьезность ситуации, полетел, снеся Александра с ног. Глупец не понял, что на кону стояла нефильтрованная импортная, и Саша не мог потерять драгоценный эликсир. Все были в шоке. Но через секунду Саня выключает свет заморскому чудищу. Тот, придя в себя, с ошарашенным взглядом задумался, на чем сидит его противник. На Балтике Том. На Балтике Девятка.